Маникюр. Сегодня это не просто ухоженные ногти. Это возможность соответствовать модным тенденциям и правильно расставить акценты в образе. Ведущие нейл-стилисты мира говорят о 5 основных трендах сезона. Первое – это все-таки графика. Это всевозможные линии, ломаные линии. В ход идет весь курс черчения. Второе – это черный элемент. Это когда на пустом пространстве мы делаем черный графический элемент. Третье – голый тренд. Это абсолютно на пустом ноготочке, не покрытом ни базой, ничем, просто прозрачно. Идут те же самые элементы геометрии. Четвертый – френч. Но френч не в классическом его проявлении все-таки, а такой уже преобразованный. Это более ломанные линии, какой-то цветной, лунный. Но лунка идет у нас уже более глубокая. Ну и все-таки классические такие повседневные, это у нас темные оттенки, нюдовые покрытия, это натуральные покрытия, они тоже у нас имеют место быть и тоже в тренде. Но несмотря на тенденции, существуют и традиции, которым также принято следовать. Например, в новогодние праздники не стоит отказывать себе в яркости цвета и всевозможном блеске. Новый год у нас самый яркий праздник, да, где мы можем позволить и буйство красок, буйство цветов, всевозможные разные блестки, стразы, камифубики, пески. Что касается формы, здесь нет четких правил. Носить предлагают как длинные ногти, так и естественные, миндалевидные, острые и квадратные.